Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте победителя конкурса. Второй раз мы на этом аккаунте, аккаунте Витальки. И мы ему сегодня уже дособрали Минотавра, с чем поздравляю. Достигнут максимум героев. Сейчас я тебе все героев солю, но минусы заберу. Так, что у него тут такое ненужное есть? Куча ангелов. Так, ангелок 6. В общем, можно любого ангела просто тупо сливать. Не париться. Минус. Так, не понял. Что за подстава? Ужас просто. Так. Ну, потом он, думаю, башню у кого-то поставит. Так, окей. Боль все-таки важней. Говорю, Вольт. Вольта мы уже ему забрали, Минотавр. Так, поздравляю с минусом. Забираем плюшки. Вот такие вот плюшки еще дополнительно с базара. Поехали. Их сейчас тоже открываем. Седьмая руна. Забрали ему эмблемки. Два мешка огнекрыла и 10 сумочек. Сейчас откроем. Ну, давай рандом. 20. Ну, такое себе. Эмблемка. Бум. Бастион 7. Отлично, поздравляю. Тоже неплохо. Удар жизни, раскол. Скины. Ну, неплохо. Так, поехали в акции и будем сейчас рулить ему талантики. На Минотавра нужен талант. Так, разбей яйца, идем яйца разобьем ему. Сейчас мы ему яйца разобьем и что-то оттуда получим. Так. Он сегодня уже что-то бил. Пробовал. Получились яйца, яйцо. Отлично. Еще одну. Сейчас прикиньте, огнекрыл падает. Такс. Дракон. Вот так вот дракона даже ему выбили. Правда, не тот дракон. Было бы лучше, если бы тот, который рядом. Так, окей. С этим мы разобрались. Отлично. Так, у нас там еще есть кузница. Ну, думаю, заберем ему вот это лучше всего. Так, шанс успеха есть. 12% фейл. Ну, это как обычно. Так, хорошо, с этим разобрались. Собрать гильдия ЮА. С пивбеседа в Вайбере. По киевскому часу босс 20.30. 4 5 21.00. Кидайте заявочки, вступайте. А мы пошли. Сейчас я гляну, что он там хотел. По талантам кому. Так. Ремки надо купить. Дону Трианту, Афине, воодушевление, охрану. Ремка. Окей. Что, поздравляю с минусом. Попробуем ему на минусе паролить сегодня. Коробок у него нет. Зато есть самоцветы. Такс. Да, с ремками у него печально все. Ну, поехали. Надеемся, что повезет нам. Так, let's go. Порочный пакт однозначно ставим. Ремка однозначно ставим. Так, ну это, конечно, все смешно, но нам нужны пятерки. Троллят просто единички.
Давай-ка. Вот выбили имба талант. Ну, поставим на Минотавра, что будет быстрее добегать. Почему бы и нет? Минотавру скорость бега не помешает. 4-5 ремка. Ух ты. Так, а ну-ка посмотрим, что у него там делается. Триант. Крону, в принципе, можно и эту поставить. Да, поставим сюда сразу. Будет включаться не сразу. В принципе, это тоже неплохой вариант. Так, поехали. На бегущего Минотавра. Что-то печально падает. Есть у него тут... Не, у него нету импа инженера. Давайте на ледяхе попробуем. Так, тяжелый четвертый не надо. Ледяха заточена под тяжелые удары. Да блин, что за фигня? Дайте какой-то нормальный талант. Не прет сегодня с талантами. Печально. Так, у него тут везде четверки, походу, стоят уже. Да. Каменка четверка. Не поперла, в общем. Порочный пак четвертый. Точнее, третий, четвертый, говорю. Ну, поставим 40%. Все-таки это лучше будет, чем бег. Так, утекание нафиг не надо. И последний просвет. Ну, захочет поставить просвет. У него скина нету, наверное. Нету, к сожалению, скина у него. Так, забрали питомца еще дополнительно. В общем, вот так вот, ребят, как видите. Не всегда прет на таланты. Не получилось у нас. Ну, неплохо у него, он вообще не прокачанный. Так вот немножко прокачаем. До 8 докачали. Так, ну что? Что у него порезано на Минотавра? Книг нет. Слизней нет. Жизнь удалась. А, ну есть 30к. Ну это, конечно, фигня, надо купить. Ну, эволюцию сможет сделать. О, ничего себе, ачивку получили. Получили ачивочку ему. Вольта, конечно, он еще тоже не прокачал, но, в принципе... Наверное, ресурсы на Вольта посливал. У него герои есть вроде все, как бы, плюс-минус. Поэтому особо заморачиваться смысла нет. Ну, уже есть Минотавр. Какую там третью часть мы сделали в этом деле. Так. Что я хотел? Что-то я туплю. Ну, самое основное, у него есть офигенные рунки, в принципе. Седьмые, порочный пак, седьмой для минуса. Даже ремку поставит, ему хватит с головой. Если даже поставить, можно было, в принципе, четвертую ремку Минотавру поставить и не заморачиваться. Ну, ему надо будет качнуть просвет для этого. Кристаллов у него не особо много, к сожалению.
Да, вот так вот. А, у нас есть еще сокровищница. Поехали туда, что-то там еще попробуем забрать. В общем, вот так вот поздравляю. В любом случае, Минотавр есть, это уже очень-очень хорошо. И плюс 3 офигенных рунки. Эмблемки, точнее. Так, карта легендарки. О, эти акции. Вдруг повезет, конечно, будет бы неплохо махатму вытащить. Я не смотрел, какие там надо глянуть. Я уже не помню, какие герои у него есть, каких нету, но... Карта смены чар. Такс. Такс. С этим разобрались. Ну-ка, сейчас героев еще гляну напоследок. Ой, у него тут нормально нету. Махатма, Ронин, Асура. Такие основные это, в принципе, есть. Ну, в любом случае, уже неплохо. Уже есть Минотавры, будет попроще фармить те же самые подземки. Он, по-моему, их... А, он подземки прошел даже без Минотавра. Вот так вот. Ну, теперь есть и Минотавр. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, участвуйте в конкурсах. Я побежал дальше. Всем удачи, всем пока.